Зачитайте первый вопрос от представительницы древнейшей профессии бухгалтера. Моники из Санта-Моники. Если парень хоть не жлоб, но в постели не так уж топ, так что сразу не разберешь, плохо он или хорош. Хороший вопрос. А что же скажет наш эксперт? Ты с другими его сравни, с этим делом ты не тяни. Только так ты разберешь, плох он или хорош. Отличный совет, на мой взгляд. Итак, Владимир, зачитайте, пожалуйста, следующий вопрос от нашей юной телезрительницы Евдотии Феофантовой, 47 лет, из Беверли-Хиллз. Если ты не поймешь никак, он богаче ли просто так, и не ясно тебе о том, что у парня с баблом. Ох, какая злободневная проблема, Беверли-Хиллз. Посоветуйте что-нибудь, Булат. На Роделу драйв-сим идти. Ну, купи, ты ему тверди. Только так ты разберешь, что с него ты возьмешь. Спасибо большое! Спасибо, Булат, замечательный ответ. А теперь внимание. Маша Суралмаша из Вялой спрашивает. Если парень не трёт того, что готовишь ты для него, и если морду воротит он от твоих макарон. Да. Проблемы с аппетитом в Аллах очень актуальны. Пожалуйста, эксперт, советуйте. Ты в Макдональдс его следи, тухлым гамбургером накорми, макароны твои отдать, он опять будет жрать. А теперь... Ой, извиняюсь, послушай, а можно мне задать вопрос от своей сестры? У нее там наболело, то есть у нее печалька какая-то. Это как раз она, наша единственная девственница среди телезрительниц, Катя Похотливая, пожалуйста. Если парень на секс забил, а дома нет, или он запил, он замутил с другой. Может он. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень большая проблема в Голливуде. Владимир, как наш эксперт по этим вопросам, пожалуйста, проконсультируйте нас. Виагрой его корми, спальни вместе с собой запри, и если тест не пройдет такой, так и знай, он не твой. И на этой пессимистичной ноте мы завершаем нашу передачу. До новых встреч! Всем похотливых выходных!